Digma FreeDrive 505 Mirror Dual. Видеорегистратор форм-факторе салонного зеркала с крупным экраном, GPS и дополнительной камерой заднего вида. В комплект поставки входит сам регистратор, дополнительная камера с кабелем, набор крепежа, USB-кабель, внешняя GPS-антенна, блок питания в прикуриватель и документация. Отметим, что для работы регистратора потребуется докупить карту памяти формата microSD с емкостью до 256 ГБ. Регистратор выполнен в виде большого зеркала заднего вида, которое устанавливается поверх штатного. Для фиксации используются комплектные резинки. Внешние размеры модели 26 на 17 на 4 сантиметра, вес около 250 граммов. За зеркалом установлен большой IPS-экран с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 960 на 480 пикселей, который поддерживает сенсорное управление. Физическая кнопка всего одна – кнопка питания. Она находится на торце корпуса снизу. На верхнем торце слот для карты памяти, порт для подключения внешней GPS-антенны, вход для подключения дополнительной камеры и порт мини-USB для подачи питания и подключения к компьютеру. С обратной стороны регистратора вынесен объектив камеры. Он имеет поворот конструкцию, что позволяет настроить направление съемки. Дополнительная камера выполнена в компактном пластиковом корпусе с поворотным основанием, которое можно зафиксировать, например, на бампере с помощью двустороннего скотча или саморезов. Она имеет длинный провод для удобной прокладки внутри салона автомобиля. Обратите внимание на красный провод. Если его подключить к плюсу лампы заднего хода, то камера будет работать и как парковочная, то есть при включении заднего хода на экран принудительно выводится изображение с дополнительной камеры. Что касается функциональности, то видеорегистратор оснащен GPS-модулем для фиксации скорости и местоположения, а также оповещение о камерах записи скорости, информация о которых хранится во встроенной обновляемой базе камер. Также имеется датчик движения и удара и функция распознавания дорожных знаков. Под конец поговорим о качестве съемки. За съемку с основной камеры отвечает связка из процессора MS8336N и сенсора GC2053. Максимальное разрешение видеозаписи 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах в секунду. Угол обзора объектива около 150 градусов. Дополнительная камера имеет разрешение записи 1280 на 720 пикселей при 30 кадрах в секунду.